В Нижнем Новгороде сегодня стартовал ЦИПР, Всероссийская конференция цифровой индустрии промышленной России. Это крупнейшая площадка, на которой ведет диалог власть и бизнес в том, что касается реализации проекта «Цифровая экономика», нацпроекта, который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. К собравшимся с приветственным словом обратился премьер-министр России. Сегодня Нижегородская область – один из лидеров по количеству IT-компаний и представлению IT-услуг. Здесь одни из первых внедрили блокчейн-технологии в государственном управлении. Успешно реализует инновационную программу «Умный город». Сегодня на выставочном пространстве бизнес-форума будут продемонстрированы новые разработки в сфере цифровой индустрии. Площадка постоянно развивается. Сейчас у нас более 450 спикеров, 70 мероприятий и более 4000 участников на ЦИПР 2021 года, на шестом ЦИПРе. Естественно, что с учетом такого интереса к конференции мы развили и инфраструктуру, будем продолжать ее развивать. И надеюсь, что при поддержке правительства площадка будет и дальше развиваться. Это, по сути дела, выполнение поручения президента. Как, может быть, для кого-то это не скучно звучит, но это действительно так. У нас, наконец-таки, определена пятая национальная цель развития. Это цифровая трансформация, и она происходит стремительно во всех направлениях, ее невозможно остановить.